А вы верите в волшебство? Лично я в него поверила только тогда, когда узнала, что к нам приедет сам волшебник. Такое мероприятие я просто не могла пропустить. Я найду тысячу способов, как сквозь города увидеть тебя вновь, чтобы хотя бы просто обнять и прикоснуться к твоим губам. Эту душевную песню «Береги себя» исполняет Олжас Хайратович Нуртазин, он же Крайм Волшебник, рэп-исполнитель из города Алматы. В этом сюжете мы поговорим именно о нем. Я не знаю, как теперь себя вести при ней. Моя маленькая девочка, не придавай значения мелочам, не начав, мы все закончили. Крайм Волшебник родился в 1990 году в селе Большенарымское. Имеет среднее музыкальное образование. Свою первую песню написал в 12 лет в жанре, очень далеком от хип-хопа. Состоял в рок-группе, играл на бас-гитаре. Исполнитель делает хорошие треки как в лирическом стиле, так и в батловом. Накануне Крайм Волшебник решил посетить наш город, и мы просто не могли не поговорить с ним. Добро пожаловать в Бишкек. Расскажите, пожалуйста, как вас встретили, какой раз вы уже приезжаете к нам? Лично я приезжаю уже в миллионный раз, если не соврать. Со мной вместе приехал сегодня Юра. Это новый участник моего нового проекта «Планету». Мы вдвоем. Впервые Крайм Волшебник примерил на себе амплуа рэпера еще в школьные годы, записав свой первый трек на интернет-баттл. Стоит отметить, что весной 2010 года он вступил в ряды группы «Da Gooda Jazz», из которых ушел после распада. Недавно он вступил в группу «Планету», и в ней Крайм Волшебник ныне продолжает свой творческий путь. Каждый из нас в «Da Gooda Jazz» решил делать по сольному проекту. Я решил создать не просто развивать Крайм Волшебника, а создать что-то еще большее, проект «Планету». Найти какой-то новый стиль и собрал вот ребят. Там еще у нас есть в Алмате ребята, которые помогают, но у них по тем или иным причинам не получилось приехать сегодня. А так нас трое. Знаю, что все произошло от слова «планета», что вы искали, можно сказать, что-то новое и решили переименовать гласную букву. Но почему все-таки «планета»? Ну, есть несколько вариаций. Основное мы придерживаемся, что вот мы живем данным моментом, в эту секунду, в этот миг, и как бы планов нету у нас, плана нету, как бы план нету. А есть еще вариации подобные. Я люблю свою планету, я создал свою планету. Ну, то есть, как-то вот в таком варианте. А какие планы у вас есть еще в дальнейшем? Гастроли, можно сказать, может, вы еще раз хотите приехать нам и уже устроить, можно сказать, огромный концерт? Ну, знаете, конечно, нам хотелось бы. И мы стремимся сейчас к тому, чтобы у нас уже был больше ажиотаж, чем на данный момент. Мы к этому стремимся, каждый к этому стремится. И это в планах есть. Олжас очень разносторонний человек в плане музыки. У него всегда можно услышать музыкальный эксперимент в треках, который поднимает положительный шум публики. Ну а мы будем ожидать от замечательного исполнителя все больше и больше новых песен и желаем ему творческих успехов. Веду себя как босс, хозяин этого дома. Я тут уже не гость, но все еще неудобно. Я не америкос, но мне также нужен доллар. Нужен карьерный рост для тех, кто мне так дорог. Чтобы все это бросить, нужен серьезный довод.